Всем привет, наконец-то еще раз всем привет, всем дождались второго полуфинала между командами Инфай против КГБ. Да, команда Инфай расправилась с командой Playzone. Не знаю, зачем их закинули на кап. Лучше бы пошли парни курили в сторонке бы. Ладно, это шутка. Конечно, пускай парни играют, конечно, чтобы много народу было, зовут друзей, да. И вместе шпильте доту, в общем, на сайте imbarena.com. Батрайдер от команды КГБ в бане и от команды Инфай, Висп и Девовер. Лондруида банит команды КГБ, ну и первый пик за команды Инфай. Что они скажут? На право выбора первого героя. Сейчас мы узнаем. Жук. Под именем Никс Ассасин у нас забирается команда Инфай. Ну и правый пик представляется команде КГБ. Право двух пиков, я так бы сказал. Так, возвращаемся в игру. Тут у нас забрали Фуриона и Рубика КГБ, команда КГБ. Ну и Никс Ассасин и Ластилер. Команда Инфай в пике первые два. Пика забирали. Команды, ну и тут у нас котел и протектор дальше банится. Команда Инфай. Ну и ждем четвертого бана от команды Господа Бога. КГБ сокращенно. Дарксира они уже забанили, ну и четвертый бан от них. Сейчас мы посмотрим с вами. Всем привет, кто на стриме, да, передаю привет, кто меня знает, кто смотрит мои стримы. Спасибо всем. Очень приятно. Так, Пакет забанили, команда КГБ. Ну и тут стандартная фишка от команды Инфай, Lifestealer Storm Spirit. Мы видим в этой игре, ну и Бейн. К связке Рубику и Фуриону. Тоже так неплохо заезжает. Решает еще взять 11 игрока к себе в команду. В плане 11 игрока вы поняли, о чем я.
когда этот герой разлагается на несколько частей, можно так сказать, наверное. И гирокоптер от команды Infy четвертым пиком. Так, резервное время требуется для бана пятую. Это Undying от команды господа Бога. Не хотят они видеть его в игре. Ну и квапы не будет в этой игре от команды Infy. Банят они ее. Так, и ну и по-прежнему ждем. Вот это Банша у нас, Тит Профит. Ну и Клокверк от команды Infy. Последним пятым пиком. Ух, как тут уже лагает. Скьюар Ван играет на Фурионе. Аллах на картах. Не знаю, как Рубик, в общем. На Рубике играет у нас он. Ну, сверху пойдем туда. Тампон на Шторм. Худро Бласт Гирокоптер. Шурик Ждан Флайстиллер. Паша. У нас Клокверк, Хомка, у нас Никс Ассасин. Дид Профит, я уже сказал, Карма Полиция, Моган. А нет, не говорил, да, сори, Моган у нас Бэйн, 17 плюс Т. С Фантом Лансер, Скюрит Ван. Фурион и Аллах на картах. Получается у нас Руби, как-то так вроде бы. Давай сарладерский худ берем и начинаем смотреть. Да, ну и опять дота вся. Да, вот это меня уже нагнетать начинает. Сейчас попробую я реконнект сделать. Меня это уже начинает надоедать. Почему-то у меня все темное, темное, темное. Вчера тоже было во время кое-какого стрима. На их стороне все нормально. А на стороне команды КГБ темнота у нас. Может быть, на самом деле так и есть. Если напишите, если это так, я даже не знаю. Может, у меня и лагает дота. Скорее всего, надо будет перезапускать. Но я не знаю, даже не факт, что я потом у нее войду. Тут Коги выкидывают с Когу в Клокверка. Клокверка нападает. Просто как он проседает. Тут вот Сон. Бэйн разбудил его. И сам ушел Сон. Ну, такой неплохой ганг был у нас. Вот это вообще плохо. Так, что это такое? Нормально же стримился первую игру.
Непонятно мне, что это происходит. Скорее всего, на самом деле надо делать ребут. Надеюсь, никак это не может быть связано с дотой. Ой, с дотой игру. Со стримом или чем-то. Мне кажется, сама дота что-то там. Или у меня, конечно, что-то там подлагивает. Вообще не в курсе. В общем, в этом деле. Но только, в общем, короче, с помощью крипов, если светить лайны, так получится. Другому больше никак. Но тут Фурион потихоньку у нас набирает себе опыта, набирает экспы. Так, как бы так сказать, то же самое, по сути. Ну и Шторм. Сник с Ассасином. Ой, извиняюсь, Сник с Ассасином. Мешает ему фармить. Герокоптер стоит мидл. Стоит против Дид Профит. Ну и Рубик на отводах. В общем, работает у нас. Все-таки очень непонятно, почему это так происходит. В общем, свет, свет и тьма, тьма. Когда тьма будет наседать, там будет вообще жестко, наверное. Да, ну и тут смотрю, крипы когда проходят, уже становится светло все. Очень непонятно мне, что это такое. До сих пор никак не могу. Шторм у нас имеет 4-й левел пока что. Ну и пока все тихо по форсбладу у нас. Тут рисуется какая-то схема, тут герокоптер. Немножко бьет у нас баншу. Банша. Дид Профит. Проще так говорить. 22 крипа уже у Дид Профит. Пока лучше фармит. Фантом Лансер чуть-чуть отстает от нее. У Дид Профит уже есть Soul Ring. 470 маны. Ой, маны, говорю, голды. Тут проблемы могут возникнуть как у Герокоптера, и как у Дид Профит. Ой, у меня уже глаза закрываются. Так, тут... У нас Найкс фармит в лесу, имеет 4-й левел. Так, ну и будем смотреть дальше. Шторм остался один против Фуриона. Найкс у нас в лесу. И что тут пытается сделать у нас с Никс Ассасином. Все тыкают на него. Шторм у нас покупает арканы. Все неплохо. Конечно, бы лучше бы делать сразу арчит Malevolence. Приходит сюда уже Никс. Но Фурион у нас... Так понимаю, где он.
В лес ушел. Блин, ну то, что темно, это, конечно, да, это уже немножко надоедает. И по-прежнему вся, даже, можно сказать, так и вся карта темная. Так, надо будет все-таки доту перезапускать потом. Придется пока смотреть, как есть. Так, тут сразу решают все пятером забрать Тауэр. Команда КГБ, и это у них получается. Первый Тауэр забран. Тут гирокоптер в лесу фармит. Видит его. Не знаю, будет ли нападение, сейчас на него нет. Прилетает Фурион. И гирокоптер должен здесь отъезжать. Вот это First Blood. От команды КГБ у нас произошел. Я его в этот раз не пропустил. Ну и потихоньку появляется у нас у Фуриона. Так, неужели это Мека? Да, ребят, это Мека у нас от Фуриона. Брат, темно, это так. Не айсо. Смотреть за дотой. Так, Мидас появляется у нас у Найкса. Инвиз. Руну подобрал. Извиняюсь чуть-чуть. Уже 2 часа идет у нас трансляция. А это мы только смотрим второй полуфинал. Блин, все-таки доту, наверное, надо будет перезапустить. Так, думаю, смотреть. Так, ультует на Dead Prophet. Души летают вокруг Тауэра, говорю, глиф прожимается. Сюда Ник с гирокоптером приходит, копает, кулдаун, минус Dead Prophet, это еще 1-1. Тут еще есть и Рубик, за Рубиком не пойдут они. Да, почему до сих пор не понять могу. Radiant's middle tower is under attack. Так, в миде у нас тут гирокоптер. Против Фуриона. Я досмотрю на эту игру. Мне интересно самому, кто здесь выиграет и кто сильнее, КГБ или Инфай. Сейчас тут у нас ставится вард команды КГБ.
вообще темно, вообще. Так, проблема тут у шторма. Поднимает. Ой-ой-ой-ой-ой, ультануло просто банша в иллюзию. Весело. Кто-то встрял, у нас гирокоптер. Гирокоптер успевает разультиться просто как. Просто тут забрали еще и шторма. Ну, остались живых у нас. И Дид Профит, и Бейн, и Фурион, и Фантом Лансер. Рубик там что-то своровал нас. Посмотрим, что это. Это Рейдж, да, Рейдж. Это от Найкса. Ну и минус Никс Ассасин. Счет 4-1 уже становится на 12-й минуте. Можно посмотреть 1500 за командой КГБ. При учете то, что они забрали Таур. Ну и забрали второй Таур уже команды КГБ. Мека появляется у Фуриона, арканы появляются у Рубика. В общем, все стандартно. И ДД у нас на ботом лейне. Курьер Старладеровский у них. Неужели у них нет просмотра на нем? Так, тут забрали Клокерка тем временем. Ну и гирокоптер, как правильный гирокоптер, не качает пока ракеты. Ни на один раз даже. Ну и счет уже 5-1 становится. Тут ловит еще. Ой-ой-ой-ой, тут Майк все живет. Тут прилетает сюда шторм. Фуриона сосет, сосет Фуриона. Копает Никс, и это минус. Минус Фурион и минус 4, да, так понимаю, было от команды Энфай и... В общем, много-много крови у нас получается в этом месте. Крипы тут уже доходят до Т1 Таура на ботом лайне. Так, ну и улетает у нас снова Хидробласт. Пиздец, как у меня все лагает.
Так, возвращаемся в Доту. Тут у нас произошла заруба. Тут КГБ разнесли команду инфа и минус 4. И заберут Таур на миде у нас. Но не особо так пропустил я тут, можно сказать. Да, зато теперь у меня все светло. Это вообще вся тьмень. Ну, по сути, в принципе, и так же остается. Более-менее. Ну, не как, тогда. Что тут поменялось? У нас пока вроде ничего. Мидас, армлет еще не готов. У Лайстиллера. Фейзы, гирокоптер есть. Арчит тоже потихоньку собирается у шторма. А с этой дотой одни проблемы, одни баги. По XP у нас за командой КГБ по-прежнему удерживается преимущество. И по голде тоже за ними. Фармят трентов. Деревьев Найкс со штормом был. Так, Фурион покупает Power Threads. Ну и смотрим дальше, что там, кого пикают. То, что Фантом Лансер. Смотреть, что у него есть. Есть Диффуза, есть Яша. Уже неплохо для 18 минуты. Ну и отходит, отходит он. Фантом Лансер ТП-шится вниз. Сказать, что будут забирать Тауэр. Пробуют здесь. Так, ворвался Шторм. Шторм ушел. Не дал себя забрать. Тут уже был рядом и Рубик, и Банша, и... Так, этот Шторм сейчас могут поймать, кстати, смотрите. Так, он не... Сбить надо ТП, вот... Эх, уходит, уходит Шторм на базу. ТП сбить нечем было. Ну и 20-я минута игры у нас. Фантом Лансер, 1000 голды. Покупать будет манту. И потом, соответственно, Тараску. Чтоб уже однако было, чтоб уже все знать. Чтоб был намного сильнее. Ник с Виндетти, с арканами. Пока больше ничего у него не видно, ни догона, ничего. Фантом Лансер сейчас... Ну и решает улететь. Улететь он наверх. Тут был Клокверк. Клокверк. Клокверк
Клокерк у нас улетел на базу, отхилился, и тут 4 игрока команды КГБ на ботом лайне тусуются. Сейчас смока нет ни у кого пока, да, незаметно. Не видно ни у кого смока, я думал, сейчас парни пойдут в смоке. Так, тут они поймали шторма, ульт по шторму штурмом отъезжает, даже можно и пока еще было с деревом просто прикрыть его. Может быть, если он... Нет, мне кажется, он бы улетел. БКБ появляется, у нас удит профит. Кто-то на Икс гуляет нас в лесу. Накс купил себе армлет. В скором времени уже взял его. Ну и Таурс. Т2 будет ломаться у нас на ботом лайне. Дефить никто не будет, отдадут. Ну и команда КГБ еще себе добавила денежку в голды. За Таур. Ну и собираются отходить они. Так, решать, будут решать они Рошана забирать, я так думаю. Да, идут рубить Рошана. Будет здесь вард команды Инфай. Даже вот он, можно сказать, этого ли. Не-не-не, я путаю, да, это команда Инфай вард. Знает, что они на Рошана пошли. Да, вот тем более прилетела ракета, ну и надо забирать, забирать быстрее его, чтобы пока не ворвались. Так, все, Аегис забирает нас Фантом Лансер. Ну и команды Фай не стала идти к ним навстречу. Ну и остался у нас Тауэр только на миде. Так вот, манта появляется у нас у Фантома Лансера, ну и можно делать Тараску уже. Уже потому что в самый раз Гем Рубик покупает, вот как интересно, против... Ну, у Гирокоптера еще нет Shadow Blade, только если не Виндетта. Никс Ассасина. Ну или на крайняк смог. Или руна Invisibility. Так, смотрим, тут у нас Dead Prophet ходит. В инвизе ищет кого-нибудь. Светит, чтобы видно было, кто есть. Но видят, видят, увидели, что знают, да, то, что вот здесь они, можно даже вот так пойти и вот здесь встретиться в этом месте. То есть вот так сначала забрать гирокоптера, потом можно и этих, и тут уже все. По сути, не, решают пойти они на ХГ. Таур снова, мне кажется, не будет дефиться, но кулдаун пошел. Рубик у нас своровал ракету, вырывается шторм. Шторм здесь должен отъезжать, ультует. У нас Фурион, это минус. Ой-ой-ой, это просто минус 5 сейчас будет от команды КГБ. Вы смотрите, что просто делает нас с Найксом. Вот как решает команда Инфай. Написали просто парни good game. Ну и все, и не парится. Ну да, то, что я, конечно, еще отходил. Думал то, что там игра затянется. Заберется у нас бараки, забирается. Ну и трон должен сейчас сам автоматически упасть уже. По сути, как посудить то, что игроков команды Инфай уже все нету. Все вышли с сервера, и автоматом мы сейчас увидим, как упадет трон. Да, вот как раз он и падает.
Оглашу я вам все, как же, конечную таблицу. 165 крипов у нас у Фантома Лансера, 125 Банша. На Икс у нас 123, Герокоптер 101, Фурион 89. В общем, Герокоптер 12 левел, Шторм 11, Лайстиллер 13, Кокер 9, Никс 9. Банша у нас 14, Бэйн 11, Фантом Лансер 15, Фурион 13 и Рубик 15 левел. 25